Доброго времени суток. Сейчас я вам покажу, как завести деньги. Majesty Crown. Магическая корона. Итак, входим в свой бэк-офис. Кликаем вот сюда депозит. Минимальный ввод здесь $20. Вводим сюда сумму. И то платежное средство, которое вы собираетесь платить. То есть кошелек. Электронный кошелек. И кнопка «Инвест». Выбираем здесь процент реинвеста. Я выбираю 100. И кликаю на левую кнопку «Процесс». Нас тут же перебрасывает на то платежное средство или тот кошелек, который мы прописали. И я прописываю здесь пароль транзакции. Подтверждаю. Все, поздравления. Наш платеж прошел. Теперь давайте убедимся в этом. Зайдем на депозит. История депозита. И вот наши $50, которые мы завели. 100% реинвеста. Можно поменять. В данном случае я менять не буду. Поставлю где-то на месяц, а потом начну выбирать, то ли 50% мне стоит, то ли 90%. В данный момент я поставил на 100%. Вот так вот заводятся деньги. Все легко и просто. Все работает. Можно здесь посчитать, то есть мы $50. Если на 100% поставить, то общая сумма по истечении 100 с лишним дней получится $851. Так, на этом все. До следующего видео. Пока-пока.